Всем привет, ребят. Ну что, вот, наконец-то открыли нового бойца. Мы сейчас его получим, потестируем, посмотрим. Вот такой вот новый боец Джин. Он у меня уже доступен. То есть, акция на нового бойца, как видите. Я не знаю, или у всех, так и не у всех. Но у меня, по крайней мере, так. Поехали, добиваем последнего. Не хватает кристаллов, это ужасно. Дожили называется. Включили админ панельку. Let's go. Заберем сейчас, посмотрим, что это за чудо такое интересное. Все, можете меня поздравить, поставить лайкосик. Супер Джин, мифический третий из третьей, выпускает из лампы разделяющие снаряды, его супер волшебная рука, которая хватает врагов и подтаскивает их ближе. В общем, такое вот умение. Смотрится, конечно, он прикольно. Поехали, потестируем, посмотрим на него, что он может. Думал, я буду его так вытаскивать. Но получила его фактически бесплатно. Так, смотрим. Здоровье. Ну, в принципе... Здоровье у него нормально, я бы сказал. Посмотрим, сравним ли он на максималке, конечно, уже. 4480 спайк. Неплохо. Атака 1000. Стреляет из лампы плотным шаром, но если шар не попадает в цель, то превращается... Нифига себе. Прикольно, супер урон 300. Ну что, давайте... Потестируем пока на минималке, посмотрим, как он. Я, конечно, как обычно, играю с компа, поэтому мне не особо удобно. Потом я уже вам более интересные обзорчики сделаю с планшета. Ну что, никто не хочет воевать с Женом? Давайте, ребят, миниматор ждет. Не с кем повоевать, блин. Получили героя, воевать не с кем. Так, окей. Ну вот так вот он выглядит. Прикольненько. Я, конечно, буду сейчас на автопроке стрелять. Ух ты, смотрите, какая у него зона. Прикольно. Вот так вот. Обалдеть. Ну, не знаю, мне нравится. Посмотрите, какая зона... Действие атаки. Фига себе. Так, а ну-ка попробуем подтянуть. Непонятно насчет скилла, но мне нравится уже одно его умение. Посмотрите, что он делает. Обалдеть. Урон 1000. Жесть. Офигеть. Ха, прикольно. Да, надо будет, конечно, разобраться на планшете. Ну, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по поводу нового бойца. Но, как по мне, очень-очень даже прикольненький он. А там тоже Джин есть. Ну вот так вот, ребят, не знаю. Как по мне, очень-очень достойно. Блин, прикольный. Не знаю, что там с его умением. Но смотрится очень классно. Да, вот так вот оно действует. Ну, так вот победа.
Не знаю. Блин. Такое интересное, конечно, герой. Надо им поиграть, посмотреть. Но что-то такое нестандартное, как по мне, потому что у меня уже все есть герои. И я уже всеми, в принципе, бегал. Смотрится прикольно. Надо будет его на максималку качнуть, посмотреть, что там у него будет на звездной силе максимальной на десятке. Блин, как же ж неудобно играть. Получается, не попал и сразу же. Расширенная атака. Прикольно. А видите, все-таки неудобно надо брать. Так-то, в принципе, довольно-таки неплохо. Надо, конечно, приловчиться. Играть на Ноксе будет повеселей. Походу сольем. Ну ладно, надо будет его уже докачать на максимум туда уже. А может и не сольем. Непонятно, в общем, насчет его скилла основного, я уже на планшете разберусь. Затащили, я этот бой. Ну, ничего такое. Еще и звездного игрока получил. Ну, тут у всех силы один. Вот так вот. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу перса. Ну, мне нравится. Мне он реально нравится. Надо будет, давайте пооткрываем сундучки некоторые. Откачаем. У меня, конечно же, осколки только на него будут падать. Так, давайте улучшим. Интересно, что у него там будет на 10-й. Он жим лечит союзников близости, восстанавливаем строчка здоровья в секунду. Неплохо, еще плюс хиллер. Офигеть. Ну это интересно. Надо будет потестировать, как он в других режимах смотрится. Мне уже он нравится. Даже если с Нокса интересно играть, это значит, что герой реально достойный и веселый. Такс. А, я знаю, чем он так еще подтормаживает. Матрешка качается. Да, зона его, конечно, атаки, блин, напоминает мне, кстати, очень Спайка. Вот Спайк тоже хорош. Ну вот эта вот его рука, конечно, она как-то не туда, не сюда.
непонятное вообще. А тут кто-то уже прокачал даже его. Надо будет своего качнуть на максимум. Ай-яй-яй-яй. Ну чё вы стоите, блин? Видите, неудачная тима. Ну, в общем, так вот, такой вот герой, так вот он работает. Думаю, многие уже увидели. Я вам сделал обзорчик от себя, ждите уже прокачки его на максималочку, покажу вам что как. Ну так вроде ничего, на такой даже силе шатает неплохо вроде. Все, всем удачи, всем пока. Уже сила 4 прокачал.